А ты уже начал? А. Здравствуйте, друзья. Парк Патриотов. Воронеж. Левый берег. Находится он на Ленинском проспекте. Герои. Советского Союза. Да, а ты, короче, очень плохо. Это полный кавалер Ордена Славы. Как героем прославляется. Тоже полный кавалер. И еще один. Ну и вот техника, друзья мои. Не только времен войны, но и современные. Так, вот вертолетик. Сейчас посмотрим. Вертолетик. Какой, не знаю. Пушечки. Все уже освежили. БРДМ образца 62 года. Это у нас СУ-100. Тоже еще одна пустая. Калибр орудия, наверное, отличается, чтобы я большой разницы не увидел. Так. Т-34 образца 44 года. Такого. Это пулемет, да? А? Пулемет? Ну да. Катюша. Ну, 157 ЗИЛ, конечно. Не относится к войне, а это натурально. БМ-13. Такая установочка. Так, танк. Это у нас какой танк?
Это у нас ИС-2. Он рассасывал 2-го года. Так, это у нас зверобой ИСУ-152. Гаубиц. Ну это БТР. Это у нас БТР-60. Не вся техника времен войны. Это вот тяжелый, а те легкие, да? Ну, средний, Т-34 средний. Ну, это считается как самоходная пушка. Ну и самое главное. Как известно, Воронеж — город воинской славы. Все документы удостоверяющие указ почетного звания. Москва, Кремль, 16 февраля 2008 года. Ну и вот все славные боевые вехи. Герои Отечества Воронежской области. Вечный огонь. Еще зениточка, пушечка, ну и вечный огонь, вечная память нашим героям. 9 человек с моей семьи, с маминой, с папиной стороны, не вернулись. Помнили и гордились. Вот еще сколько героев. Много было героев. Земля Воронежская родила управу для убережного района. Ну вот еще посмотрим, друзья мои, девочка упала бедная, вертолетик. Всего вам доброго, друзья. Понравился вам парк патриотов? Напишите. Всего доброго. Пока.